сколько килограммов гречки было куплено для картины? Страшно, конечно, сейчас. Значит, основные статьи расходов. Ну, конечно, аренда оборудования – это самая основная статья расходов. Вторая – это бензин. Наверное, какие-то, ну, квартиры, интерьер, там, мебель. Это все было практически все найдено у друзей, знакомых и куплено на Авито за банку кофе, там, или 100 рублей. Значит, и что еще? Ну, вот, собственно, еда артистам, ну, кормили, как могли, сами ели, там, доширак, макароны, рис, гречки сколько. Учитывая, что весь этот год с нами еще и была собака, и я не могу о ней не сказать, потому что, наверное, он тоже такой наш пес, значит, повлиял и на меня, и на всех нас. Вместе с ним рисовали раскадровку, кто знает, смотрел и в Инстаграме фотографии вместе с ним. Вот если учитывать, что он ест каждый день примерно полкилограмма гречки, то за год он съел очень много. Гречка – часть жизни Алены Климазовой, я отъемлю. Да, пес-мальчик. Так, вопрос еще. Ой, это очень важно было, потому что, да, потому что, ну, как бы объяснять не хочется, прям там смысл, который мы хотели, там, закладывать там каких-то характеров персонажей, ну, потому что мы пытались смотреть на этот мир и на героев глазами главной героини, а для нее он был, там, Джоном Ленноном, не знаю, кем там. Да, Джон Леннон. Джон Леннон. Вот, поэтому если бы он стал петь что-нибудь из Курары, это бы не сработало.